В прошлом году сделал кнут из того, что нашел. Так сказать, колхоз. Вот, рукоять в лесу. Не помню, орешник что ли. Кольцо от разорванного старого недоуздка. И ремень от двигателя, по-моему, тракторного. Ну, здесь плетеный фол с хлопушкой от рулонов с сеном. Сейчас попробую щелкнуть пару раз. В сырую погоду не очень щелкает.